краской, что вот гнило. Сейчас отработкой прокрашу, потом с битумом намешаю с кудроном. Разогревается отработка. Еще им прокрашу, лампой прогрею, чтобы все пропиталось. Потом уже швы буду проливать. Говорят, помогает, не знаю, будем пробовать. Ну, из осины борта, из оцинковки. Тут герметиком попробовал, промазал. Хорошо держит. Надо много герметики, пистолет надо там, надо какой-то. Сейчас по старинке, по дедовски сделаю. Вспыхнет она, как ты думаешь? Лодка? Ну если сейчас погреть ее лампой. Не знаю. Не прокрасил вроде. Или что, это герметик здесь белый? Давай готовь одеяло, сейчас если что тушить будешь. Вон да этот шланг. Водки, чтобы пропиталась, она так на сухую не пропитается, надо греть, чтобы закипала, и тогда она в доски уходит. Если просто намазать, она водой смоется, потом и все. Так она сейчас в доски пропитается, и доски все сверху будут. До половины доски уйдет. Отработка. Гнить не будут потом. Это чтобы не гнило, воды не набирало. Отработки, чтобы кудрон был не хрупкий, а текучий, когда ломаться не будет, трескаться. Осторожно. Самое приятное, когда лодку заливаешь, попасть на руку. На ногу себе капнешь, липает хорошо, липает вместе с кожей. Сейчас по швам аккуратно буду проходить по всем. Сначала насквозь пробежит. Надо с тонким носиком какую-то. Да. Видать, нагрел сильно пузырями. Вот тут сейчас щель большая, насквозь протекает. Она еще лучше насквозь пропитается. Все.
А потом уже на второй раз будешь проходиться, сейчас уже задерживаться. Похолоднее гудрон станет, и он задерживаться будет. Тут вот уже держится. Лампа, и потом пройду по швам, у нас стекется, так ровно сделается равномерно. Над воду. Приехали испытывать. А вроде как пузырьки какие-то идут. Сделал с полторашки. Вроде ездил в том году. Ну, мы видео-то одно выкладывали, коротенькое. Дождь пошел? Нет. Птички это. Тимофей что-то из жилета-то совсем выскользнул.
Ну что? Как? Что, вроде удачные испытания прошли. Бежать не бежит, вон брызги налетели от мотора, как волн летела. Так все сухо, хорошо, устойчиво. Троих волокет. Скорость не знаю какая, но нас устраивает. Нам пойдет. Озеро свое, вот что мы. Сколько? Минуты за три, наверное, переплывем, да? Да, ну меньше. Даже меньше, да. Быстро получается. Сейчас один попробую еще, как она одного потянет. Надо было тычку еще взять. А? Тычку надо было еще взять, попробовать. На тычке. Но при этом нужен и вестибулярный аппарат хороший. Ну, ты доволен? Да, все, испытания закончены. Лодочка готова. Можно теперь в применение пускать ее. Я думаю, центера полтора-два рыба она выдержит у нас. Вес, наверное, килограмм 70 у нее. Не тяжелая.